Добро пожаловать! В эфире рейтинг самых модных и стильных звездных нарядов на красной дорожке церемонии наград 2014 года. Мы добрались до пятерки лидеров. Вот они, стильные победители. Внимание, начинаем отсчет. Ее золотистый наряд на музыкальной церемонии Грэмми просто ослепил нас своей красотой. Сиара на пятом месте. Стильная будущая мамочка блистала в эффектном платье от Эмилио Пуччи. Наряд певицы, расшитый бронзовыми пайетками, выделялся на красной дорожке церемонии мягким блеском и демонстрировал округляющийся животик. Абстрактный принт наряда был довольно непрост. Певица предпочла естественный макияж и обошлась без украшений. Сиара, как всегда, выбрала верный оттенок и изысканный силуэт. Лупита Нионго блистает в нашем рейтинге в очередной раз. Яркий наряд с премии гильдии киноактеров США занимает 4-е место. В этом сезоне она поразила и модных критиков, и зрителей своей безошибочностью в выборе наряда. Нионго была одета под стать торжественному моменту. И не зря. Ей досталась победа в номинации «Лучшая актриса второго плана». Звезда фильма «12 лет рабства» предпочла шелковый бирюзовый наряд от Gucci с оригинальным декором верха. Он великолепно смотрелся на темнокожей красавице. Бирюзовые тени и розовая помада сделали образ еще более романтичным. Дополняли наряд актрисы яркие аксессуары в виде клатча золотого цвета и изящных украшений от Фреда Лейтона. Статус безоговорочного фаворита в этом сезоне подтвердила Кейт Бланшетт. На «Золотом глобусе» образ актрисы в стиле «аристократичный шик» был признан одним из самых удачных. Австралийская звезда сделала ставку на классический черный цвет и оригинальный крой. Она появилась в полупрозрачном платье из черного кружева от Armani Privé. Роскошный наряд с открытой спиной Кейт дополнила туфлями Jimmy Choo. Актриса умело выбирает украшения. Крупные серьги с бриллиантами, браслет и кольцо из белого золота от Chopard стали яркими деталями элегантного образа. В этом году эта актриса не получила номинации, но выглядела настоящей королевой красной дорожки. Второе место по праву заслужила безукоризненная Кейт Хадсон. Роскошная Кейт привыкла быть в центре внимания. На этот раз образ актрисы олицетворял голливудский гламур. Потрясающее атласное платье от ателье Versace, расшитое кристаллами, создавало ауру элегантности вокруг актрисы. Наряд довершали интересные детали – оригинальный кейп и глубокий V-образный вырез. Волосы актриса уложила крупными волнами и зачесала на одну сторону, точь-в-точь как иконы классического Голливуда. При объявлении номинантов актриса смогла продемонстрировать наряд, который никого не оставил равнодушным. И, наконец, лидер нашего рейтинга лучших звездных нарядов. На церемонии «Оскар» она расплакалась от счастья, когда ее назвали победительницей в номинации «Лучшая актриса второго плана». В легком голубом платье от Prada Лупита взлетела на сцену так же легко, как покорила Голливуд. Номер один нашего рейтинга – дебютантка Лупита Нионго. Безусловно, платье актрисы стало самым ярким нарядом церемонии. Лупита призналась, что его лазурный цвет напоминает ей о детстве, проведенном в Найроби. Классический фасон платья с глубоким декольте и пышной плиссированной юбкой она дополнила золотой диадемой от Фреда Лейтона и была похожа на настоящую принцессу. Никто не поспорит, что талантливая актриса в этом сезоне стала настоящим прорывом. Но и на красной дорожке ей не было равных. Каждый ее образ отличался смелой цветовой гаммой, изысканным силуэтом. Именно ее наряды стали самыми запоминающимися. Мы можем только восхищаться безукоризненным стилем Лупиты и пожелать ей удачи. Это были 20 незабываемых звездных нарядов, которые мы отобрали специально для вас. Теперь вы знаете, чьи наряды были самыми стильными на красных дорожках в этом сезоне.
Спасибо, что были с нами. Смотрите все самое интересное и актуальное на Fashion One. Подписаться на канал Fashion One на youtube.com и смотрите нас, когда вам удобно.